В связи с переездом мне в гитарной комнате нужно сверлить стену, чтобы провести проводку. Но так как ремонт делали не мы, мы не знаем, где проходит электричество. Покажу, как с помощью гитарного звукоснимателя найти провод в стене. То есть, зная о том, что звукосниматели фонят от наводок электричества, то мы просто этот способ используем. То есть берем советский от Урала звукосниматель, приделываем его к джеку, подключаем к усилителю, и сейчас будем искать провод в стене. Сначала покажем. Видно? Вот. Видите? То есть вот от этой розетки провод идет вверх. Но сверлить я собираюсь не здесь, а с другой стороны. То есть мне здесь нужно установить держатели для провода. И вот для красоты, конечно, хотелось, чтобы провод шел по этой части. Но я опасаюсь, что здесь есть провод электричества. Мои опасения подтвердились. Вот так можно использовать фон во благо человечества. Видите, как датчик помог? И бонусом. Смотри, датчик сейчас подключен. Фона мы не слышим. Смотри, датчик подключен. Фона нет. Никакой экранировки, ничего. Вот все голые даже, вот провода. Ну-ка, перегруз даже. Небольшой фон от перегруза появился. Но незначительный. Его почти не слышно. Вот так вот.